Здравствуйте, уважаемые зрители. Сейчас буду делать гидрозатвор, выход из которого будет у меня подключен к системе канализации, чтобы запах по комнате, по квартире и по дому вообще не распространялся, уходил вот в каналью. Есть банка у меня на 2 литра. Притом банка вот закручивающаяся. У меня просто сейчас другой нет под рукой. Но ничего страшного, даже лучше. Я вам покажу, что на такую банку крышка вот такая садится тоже отлично. А эту банку взяли. Мне она нравится вот за счет этой ручки. Можно раз перенести. Удобно. Но все-таки не 3-литровая огромная банка, а вот эта. 2 литра попроще. Берем, значит, крышку вот эту вот. Знаете, что за крышка? Ну и чем-то нам надо сделать отверстие. 2 отверстия. Один вход, один выход. Вот с карты, что такого взял-то? Открывашку. Да нож керамический. Кстати, беда керамики. О, кончики отламываются. Ой, крышку уронил. Ну, кто хочет, можете делать паяльником. Пожалуйста. Кто хочет, можете брать шуруповерт. А я покажу. По-простому. Вот. Дырку проковырял. Вот этой открывахой. Одну. Ну и чё ж там, сразу где-нибудь неподалеку вторую. Не надо было, может, ее, если бы кончик ножа не отломался керамического. Кто вот любит керамику, вот видите, что с ней бывает иногда. Опа, чуть-чуть не порезался. Вот так вот, мужики. Вот так. Лучше, конечно, взять дрель нормальную, да и просверлить. Ну-ка. Не порезался. Нормально все. А то скажете, прячу палец там от вас. Рукожоп такой. Скажете, я не этот мастер. Значит, что получилось-то? Какая-то дырочка. А по-научному отверстие. Так. У меня 2 шланга есть. Вот один такой. Надо, чтобы вошел. Значит, почему не боюсь за герметичность вот такого кривого отверстия? Мягкий сам полиэтилен в крышке и обожмется за счет того, что шланги силиконовые, один и второй. Ну ладно, пока сделаем вторую эту дырочку. Все при вас делаю. Да. Это уж прям вообще, знаете, у кого ничего нету, вот так вот можно сделать. А то, что скажете, вот, там некоторые ролики есть. Все очень просто. Берем, вставляем в токарный станок, заготовочку, делаем там таким-то резцом, такую-то там берем мечик, нарезаем потом резьбу с шагом таким-то. Да, у каждого токарный станок прям стоит в гараже. Да и у каждого прям гараж есть, можно подумать. В общем, а вот мы берем вот этим вот ножом и фигачим. 2 дырки. В одну вставляем один, значит, шланг. Один шланг. Опа. У меня это будет вход. Другой вставляем. Другой шланг. У меня это будет выход. Так. Видите, выход весь пережался. Ничего не будет работать. Не беда. Делаем вывод, что выход надо сделать побольше отверстия. Побольше. Чуть-чуть, а то сейчас перестараюсь, будет сечь. Да, побольше. Опа,
Отлично встал, отлично. Отлично встал. Значит, так. Отлично встал. Это у нас что? Это у нас выход. Это у нас выход. Ну, лучше сверло. Лучше сверло. Это я так показал на камеру, побаловался. Дальше что нам надо сделать? Банку берем, когда посмотреть, чтобы вот этот шланг, который на вход, он был там почти донизу до самого. Или прям не почти, а донизу. Чтоб водички налили какой-то уровень, и сквозь воду шел газ, пузыречки. А этот может прям под самую крышку оставить. Тут уже не надо ничего такого. Да, это нормально. Ну все, значит, а как в канализацию вывести? А вот такая штука есть, пробочка. Я тут дырку уже заранее сделал, вот этим способом нехитрым. Вот сюда вдеваем. Сюда вдеваем. И все. Видно? Ну, идем подключать к канализации.